Я от рождения с отцом ходила на футбол, и поэтому футбол я очень люблю. И я хочу сказать, что для меня ужасно, когда взяли тренера за безумные деньги, я не хочу называть уже эти цифры какие-то, которые у простых людей даже в голове не укладываются, и у нас такие слабые игроки, и ведь им тоже платят. Поэтому если бы, как раньше, отвечали наши капитаны команд за то, что происходит на поле, было бы намного лучше, чем мы нанимаем иностранцев, которые это делают только за деньги. А за деньги уже, вы знаете, как-то это я вижу, им или неинтересно, или, может, у них тоже свои какие-то мнения. Я считаю, что Советский Союз и Россия вырастила столько, вы вспомните, какие у нас были футболисты. Да куда ж они делись? Их дети и внуки должны так же играть. Я за российский футбол.